Всем привет, друзья! С вами Владислав Сухов, и мы продолжаем отстраивать свой прекрасный город в игре Kingdom. Наша задача на эту серию — уничтожить хотя бы один портал вражеских мутантов. Не знаю, как их назвать. Пришельцев, уродов, ничтожества, демонов. Приступим. Так, нам нужно взбегать в город, собрать дань наших людей, наших подчиненных. У нас, кстати, очень много денег. Нужно укреплять оборону. Давайте начнем с этой стороны. Так. Энка у нас здесь есть. Луки, кстати, висят. Солдаты ждут. Входим в деревню, посмотрим, есть ли там люди. Нам нужны люди. Кстати, надо зарядить наш тотемчик. Правда, мы не знаем, что он делает, но вера превыше всего. Блин, а что, людей больше тут нет? Все? Реально все? Окей, я понял, уже смеркается и нужно возвращаться назад. Так, много денег. Много денег — это хорошо. Что ж, надо посмотреть, какой у нас сейчас день. Дождаться крупного нашествия, после которого порталы ослабнут, и отправить свое войско уничтожать эти постройки. Постройки демонов, которые мешают нам спокойно жить. Пустая вышка у нас тут стоит. Монетки — это хорошо. Монетки. Так, там вообще бой идет? Мне интересно. Так. То интересно, тут пока все уже мертвые. Нет, бегут. Бегут засранцы. Так, работайте, ребята, работайте. Слушайте, лучники, кажется, научились стрелять точнее. Они прям молодцы. Не расстраивают меня сильно, как это было раньше. Так. Отлично. Вот, 20-й день мы прожили в нашем прекрасном и чудесном городе. Мне интересно, что будет дальше. Эту ночь нам нужно пережить обязательно. Сейчас ночью на нас должно выдвинуться огромное войско этих демонов. Мы должны их, короче, бешено их отбить и продолжить отстраивать свое государство, отправив наших доблестных рыцарей уничтожать стенки. Точнее, не стенки, а порталы. Я даже не знаю, что нам нужно развивать. Давайте еще построим стенку улучшенную. Делать-то, собственно, нечего. Замок мы улучшить тоже не можем. Он у нас уже максимального уровня. Давайте тоже и тут стенку увеличим. Для нашей же безопасности. Безопасность превыше всего. Тут у нас такая смешная стенка. Ее, кстати, нужно будет тоже улучшить. Можно, наверное, даже прямо сейчас. Деньги у нас все равно есть.
А где рабочие? Так, кажется, идут рабочие. Монетки. Если честно, я немного волнуюсь. Мне страшно, что будет дальше, я переживаю. Надеюсь, мы все-таки выдержим. У нас есть отличные воины. У нас есть много стен. У нас есть осадное орудие. Люди, которые занимаются зарядкой этого осадного орудия. В общем, я считаю, что у нас все должно быть отлично. Вот, уже закат. Должна подняться красная луна и... будет страшный бой. Вот, слышите, музыка начала играть тревожная. И я сам стал тревожным. Но принцесса и конь непоколебимы. Их вера как камень. Я возьму пример и стану тоже крепок. Что ж, встречаем. Красная луна. Горят огни. Вот, уже первое. Давайте, лучники, боритесь. Отлично, катапульта сработала. Нет, трое драконов. Трое. Это очень серьезно. Ой, огромная толпа драконов, черт возьми. Так, что происходит? Огромные големы, смотрите. Черт возьми. Так, давайте, старайтесь, господа. Вы должны это сделать. Так, уже рассвет, но эти, короче, гоблины, монстры все еще рушат стенку. Пожалуйста, старайтесь. Вы сможете. Блин, а. Ну. Фу. Черт возьми. Это было... очень жестко и напряженно. Я надеюсь, с другой стороны город у нас не разрушили. Черт, а. Это было очень серьезно. Давайте-ка возвращайтесь, люди, назад. Отправляем воинов. Ой-ой-ой, что я сделал? Я начал что-то строить, а воинов я так и не отправил. Эх, черт. Так, ладно, двигаемся направо. Соберем деньги и отправим правое войско красных на бой. Так, господа. Вперед, мои доблестные воины. Так, соберем монетки с фермеров и двинемся налево. У нас должно все получиться. Фух, ну это было на самом деле очень напряженно. Я испугался и думал уже все. Эти драконы, короче, мутанты летающие меня очень сильно напугали. Но слава богу, мы выдержали. Слава богу. Вперед, воины. Отлично. Так, кстати, сходим налево, посмотрим, есть ли там люди, которых мы можем нанять. Да, кажется, есть. Это хорошо. Это отлично, я бы сказал.
Прошу, два человека. 3-4. Отлично. Так. Там уже портал рядом. Так, вернемся назад, посмотрим, как наши белые рыцари справа справляются. Посмотрим, что они делают. Нужно докупить оружие для наших новопоселенцев. Конь устал. Я тоже устал. Но принцесса держится. В эту ночь никто к нам не придет. Не должен, по крайней мере. Так как был рейд. Рейд монстров на наш город. Мы доблестно отбились. Поэтому дело сейчас за нами. Так, кстати, луки у нас тут все еще висят. Луки висят, и это хорошо. Мы сделаем еще два лука. Двинемся направо. Посмотрим, как наши рыцари сражаются. Может, кстати, появились и люди там. Ой-ой-ой. Услышали этот звук? Неужто наши рыцари уничтожили портал? Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, нет. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Что, что, что? Нет, 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 нет. Моя корона. Нет. Что это произошло? Я проиграл, господи. Черт возьми. Я проиграл. На 12-й день, по такой тупости, господи. Уже же был рассвет, и это толпа людей. Фак. Как это произошло? А, черт возьми. Просто ужасно. Что ж, господа, не будем отчаиваться. Наша принцесса уходит, но вернется новый доблестный принц или доблестная принцесса и восстановит этот город. Я вам обещаю. Подписывайтесь на канал, будет интересно.